Открытый диалог. 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 С Александром Непомнящим. Еще раз добрый день, уважаемые дамы и господа. Вы слушаете радио «Народная волна» на частоте 1590 АМ на нашем веб-сайте radionvc.com. Кстати, не забывайте регистрироваться на нашем сайте. Нас ждут обновления. И, конечно, в YouTube и с помощью бесплатного приложения. Ну и нашу программу продолжает разговор, встреча с Александром Непомнящим. Здравствуйте, Александр. Добрый день, здравствуйте. Начать я хочу вот с чего. На днях, выступая в Кнессете, Беннет заявил, что не ведет переговоров о создании арабского террористического государства в сердце Израиля. А соответствует ли это действительности? Ой, Сергей, действительно, это об этом сейчас придется говорить, потому что это все очень серьезно и очень печально, но хочется начать, по крайней мере, нашу передачу все-таки с очень хорошей новости, которую буквально где-то полчаса назад мы получили все. И новость из Америки, из Висконсина, из города Кеноша. И есть в Израиле такое выражение «есть судьи в Иерусалиме». Имеется в виду, что правосудие в Иерусалиме как бы еще существует. Ну, насчет Иерусалима я сейчас не знаю, что вам сказать. А вот по поводу города Кеноши, есть судьи в городе Кеноши. Ну, или, может быть, точнее сказать, есть присяжные в городе Кеноши. И Кайл Риттенхаус, молодой парень, который застрелил двух погромщиков, таким образом предотвратил, возможно, целый каскад разрушений и, может быть, даже смертей людей, оправдан по всем обвинениям. И это, безусловно, очень хорошо и для этого парня, который, судя по всему, действительно хороший парень. И это очень хорошо для Америки, потому что, в конце концов, все-таки это показывает, что Америка еще жива. Америка в лучшем смысле этого слова. Те ценности, о которых мы постоянно говорим, которые последние годы подверглись столь жесткому форматированию и сминанию, уничтожению, подавлению, все-таки еще жива настоящая Америка. И она сегодня показала, что можно по-другому. Можно не через БЛМ, через Байдена, через возвеличивание уголовника, который грабителя, угрожавшего пистолетом беременной женщине, когда он пытался грабить, там, что пытался грабить этот твой и так далее. Так что, безусловно, это очень хорошая новость, и я поздравляю всей души Америку. Очень хотелось бы, чтобы у нас в Израиле тоже было так. Ну, а теперь как бы к нашим израильским делам. Действительно, стоя на трибуне спикера в Кнессете на прошлой неделе, премьер-министр Нафтали Беннет торжественно сказал, никаких переговоров о создании террористического государства в самом сердце Израиля не ведется. Надо заметить, что Беннет был вынужден сделать это заявление, поскольку его политическая оппозиция настаивает на обратном. И его бывший политический партнер, депутат Кнессета Бецалель Смотрич, еще недавно это был, в общем-то, единый блок, политический правый блок, справа от Ликуда, Смотрич и Беннет. Сейчас это, конечно, уже не так. Так вот, Смотрич собрал необходимые 40 депутатских подписей, вынудив Беннета предстать перед Кнессетом на прошлой неделе и отвечать на вот эти самые неудобные вопросы. Смотрич и его товарищи по оппозиции, включая Ликуд, убеждены, что крайне левое правительство Беннета, в котором крайне левые действительно полностью доминируют, стремительно движется к созданию террористического государства палестинских арабов в самом сердце Израиля. И вот события прошедшей недели показали, что, несмотря на отрицание Беннета, оппозиция все-таки права. В среду в норвежской столице, в Осло, на свою полугодовую конференцию собралась так называемая компания или комитет, специальный комитет по связям. Он называется по-английски Ad Hoc Liaison Committee, AHLC. Это консорциум правительств, которые являются донорами, поддерживающими палестинскую автономию. Он был основан в 1993 году, сразу же после того, как на лужайке Белого дома был официально инициирован тот самый печально известный мирный процесс между Израилем и Организацией освобождения Палестины, ООП. Этот процесс был назван процессом Осло, поскольку секретные переговоры, которые привели к официальному мирному процессу, но опять же мирный, конечно, тут надо брать в кавычки, были начаты именно в этом городе. И вот этот комитет по связям стран, правительств, доноров, финансирующих палестинскую автономию, он как бы собирается и служит двум целям. Правительства-доноры собирают средства для финансирования и поддержания механизмов и институтов управления в палестинской автономии, контролируемой ООП,
И предполагается, что эти институты и механизмы станут основой будущего государства для палестинских арабов. Но кроме того, страны-спонсоры также финансируют проекты, направленные на развитие экономики автономии. Ну так это на бумаге. С 1993 года через этот самый комитет и другие международные донорские механизмы власти автономии получили больше иностранной помощи на душу населения, чем какая-либо страна за всю мировую историю. Там суммы фантастические, то есть это в десятки раз больше, чем количество денег в пересчете на душу населения, которые получила Германия после войны. То есть на те деньги, которые получила автономия, они могли там построить Дубай, не Дубай, но, по крайней мере, очень богатую автономию, бурно развивающуюся, с мощной экономикой. Но, несмотря на все это, палестинская автономия так и не сформировала функционирующую экономику. То есть там ничего нету. Деньги только приходят и исчезают, как в болото. И Ясир Арафат, и его преемник Махмуд Аббас, ну, равно как и все их соратники, они предпочитают вместо этого, вместо того, чтобы строить экономику, использовать средства на террор, поддерживающий их криптократию. То есть зачем строить детские сады, водопроводы и так далее, если можно просто брать деньги, часть их использовать на создание армии, которая терроризирует и собственное население, и Израиль, ну а часть просто распихивать по банкам по всему миру на своих счетах, конечно. И вот по мере того, как все больше и больше стран-доноров осознавали, что на самом деле их деньги тратятся вовсе не на какие-то благие идеи. Ну, может быть, это меньше волновало чиновников, распределявших деньги, но все-таки западные страны — это же не Беларусь, и там есть некоторая отчетность, и люди начинают задавать вопросы, и когда в прессе появляется все больше и больше информации о том, что в палестинской автономии царит просто чудовищная коррупция, когда верхнее руководство автономии разбирает все деньги. Деньги не попадают на тех условно несчастных арабов, они действительно несчастные на самом деле, которые, как бы, на которых они были выделены. Общество начинает роптать, задавать вопросы, и правительство, конечно, приходится делать какие-то выводы. И вот финансирование палестинской автономии стало сокращаться, и за последние десятилетия упало примерно на 80%. И если в 2011 году страны-доноры предоставили автономии 1,3 миллиарда долларов, то в 2020 году, то есть 9 лет спустя, эта сумма снизилась уже всего лишь до 500 миллионов долларов. И в этом году ожидается, что автономия получит всего 184 миллиона долларов. Опять же, всего — это слово такое не очень подходящее для таких сумм. Большая часть европейской помощи автономии была заморожена. Исследования того, как были использованы эти средства, показали, что 40% донорских средств, полученных автономией, до получателей не дошли. На самом деле, конечно, больше, но какую-то часть они сумели действительно списать. Вот, например, видите, всего лишь за 100 миллионов починили какой-нибудь водопровод там у старушки. А вот покрасили стенку еще за 50 миллионов. Но это только 60%, а 40% они даже объяснить не могут, куда они действительно. И более того, исследования показали прямую связь между фондами Евросоюза и палестинским террором. То есть Евросоюз дает деньги, он, конечно, не пишет на этих деньгах, это деньги, чтобы убивать евреев. Но в итоге оказывается, что эти деньги именно для того и служили, чтобы убивать евреев, оплатить террористов. И вот за исключением Катара, который финансирует Хамас в Газе, арабские государства в основном тоже прекратили финансирование палестинской автономии. Это уже было в отместку за осуждение палестинскими арабами соглашения Авраама в прошлом году. Арабские государства прекратили всякую помощь автономии. И хотя в этом году она была восстановлена, переводимые суммы составляют лишь небольшую часть того, что было в прошлом. Например, в 2019 году правительство арабских стран, доноров, предоставили автономии 265 миллионов долларов. А в этом году автономия получила от них лишь 32. И администрация Трампа в свое время прекратила американское финансирование автономии. В 2018 году, после принятия Конгрессом закона Тейлора Форса. Этот закон был назван в честь американца, Тейлора Форса, ветерана армии США. Он воевал в Иракской войне. И он был убит арабским террористом, когда был как бы в своей университетской поездке в Израиле в 2015 году. И вот закон Тейлора Форса, мы о нем говорили уже много раз, он запрещает Америке, американской администрации, финансировать автономию, пока та выплачивает зарплаты заключенным в израильских тюрьмах осужденным террористам и семьям погибших террористов. Потому что что происходит? Израиль арестовывает террористов, осуждает их. Все по закону, по суду. То есть эти люди убивали евреев или собирались убить. И они садятся в тюрьму. Сидят в тюрьме. И в это время им автономия платит как бы пенсию.
Причем чем больше ты убил евреев, чем более тяжелое у тебя преступление, тем больше денег ты получаешь. Ну а если этого террориста сумели ликвидировать во время теракта, то тогда его семья получает эту пенсию. И эти деньги идут прямо из тех денег, которые европейцы, американцы платят автономии. И Трамп сказал, что-то как-то странно вообще звучит, что мы даем деньги, а эти деньги потом идут террористам на содержание террористов. Нет. Вот закон Тейлора Форса. Сколько вы выдали террористам, столько мы удержим из тех денег, что мы вам даем. Но надо заметить, что европейцы и американцы не просто так проснулись однажды утром и решили прекратить финансирование коррумпированной автономии, которая спонсирует террор. Их решения были результатом десятилетней кропотливой работы правительства Нетаньяху, которая сумела убедить их в том, что деньги для автономии — это деньги, потраченные по меньшей мере неэффективно. То есть мы не говорим о том, что это деньги, идущие на убийство евреев. Поговорить с европейцами об этом, может, было бы бессмысленно. Но говорит о том, что вы даете деньги на то, чтобы они водопроводы чинили, а они просто разворовывают эти деньги. Ну, как-то некрасиво все-таки. Ну. И долгое время израильские левые очень упорно настаивали на том, что можно одновременно поддерживать Организацию освобождения Палестины и противостоять террору палестинских арабов. Собственно, это утверждение было главным обоснованием процесса Осло. Но массовый рост террора палестинских арабов с момента создания автономии в 1994 году он неопровержимо доказал совершенно обратное. И поэтому вывод-то простой. Если вы хотите предотвратить террор палестинских арабов, вы не должны предоставлять Организации освобождения Палестины деньги, оружие и легитимность. Поскольку именно О была и остается архитектором террора палестинских арабов в частности и, по сути дела, вообще современного террора в целом. То есть, конечно, его придумали не О, если так говорить, делать экскурс в историю. Его придумали в КГБ. Это был 68-й год, когда КГБ под руководством Андропова, тогда главы КГБ, если я не ошибаюсь, решили устроить на Ближнем Востоке Дальний Восток. У них очень хорошо получилось тогда с Вьетнамом, они решили такой же Вьетнам разыграть на Ближнем Востоке. И они стали ловить вот этих самых мелких террористов арабских, которые там шлялись по Иордании и занимались мелкими пакостями, и выращивать из них уже настоящих профессиональных диверсантов. Их тренировали в Москве, их тренировали в ГДР, в Румынии. Об этом потом очень хорошо писал генерал Ион, как же его фамилия была, не помню, Прищепа, румынский генерал спецслужб, который бежал в Америку, и об этом очень хорошо потом написал. И вот все эти первые теракты против гражданских самолетов, это все было сделано КГБ. Но фактическими исполнителями были вот эти самые палестинские арабские террористы. ООП была самая крупная из них, она постепенно как бы их всех передавила или подняла под себя. Вот. Но, в общем, это действительно они во многом являются создателями современного террора в целом. И этот злобный дракон, он ведь никогда не менял свою шкуру. То есть они даже не пытались сделать вид, что они изменились. Просто левые хотели сделать вид, что они как бы видят изменения. Те даже не. И точно так же, если вы хотите предотвратить создание террористического государства в самом сердце Израиля, о чем Беннет вот говорил, вы не должны финансировать автономию, которая контролируется ООН. Потому что все средства, которые не разворовываются лидерами автономии, небольшое количество, но все-таки какое-то остается, тратится на развитие военных, политических и экономических инфраструктур террора, террористического государства палестинских арабов в самом сердце Израиля. Во время своего длительного пребывания на посту премьера Нетаньяху и его правительство при поддержке целого ряда израильских неправительственных организаций и общественных структур приложили огромные усилия для того, чтобы убедить Конгресс США, и они также пытались работать с администрацией Обамы и с Трампом, конечно же, прекратить финансовую поддержку автономии. И то же самое они делали с европейскими правительствами и парламентами. И эта неустанная работа, не то, что их просили, говорили, ну, европейцы, ну, пожалуйста, не давайте деньги, они же нас убивают, это бы не работало. Понятно, что сказать, европейцы, не давайте арабам деньги, чтобы они нас не убивали, это бессмысленно. Европейцы, может, даже и больше дают. Но когда ты им говоришь, что, а вот смотрите, общество в Германии, общество во Франции, вот вы отправили своих кровных налоговых сбережений в автономию такую-то сумму. Вы думали, что это что-то сделает лучше простому арабу, который страдает от сионистской оккупации? Да он ее просто даже не увидел. Он ее не получил. Это все село на счетах, обумазанное его прихвостью. И вот эта работа постепенная, очень аккуратная, очень кропотливая, такой труд, вот, наверное, есть выражение муравьиный труд, то есть понемножечку, по кусочку, потихонечку,
она сделала для американцев и европейцев, на самом деле политиков прежде всего, невозможным дальше закрывать глаза на массовое хищение средств, автономии и перевод миллиардов долларов на финансирование и стимулирование террора. А теперь что происходит? Теперь Беннет использует свое заявление о том, что, мол, никаких переговоров не ведется, для того, чтобы попросту скрыть тот факт, что действия, которые предпринимаются им самим и его министрами, имеют абсолютно такой же эффект, что и переговор. То есть да, действительно, он не ведет переговоры о создании государства, но все, что он делает сейчас, это, по сути дела, приближает нас и формирует, и создает, и оформляет это самое террористическое государство в сердце Израиля, в Иудее и Самарии. И в первую очередь речь идет о том, что Беннет и его правительство энергично сметают все, чего добилось правительство Нетаньяху. Все прошлые действия Нетаньяху, которые были направлены на то, чтобы лишить автономии финансовых средств для ведения террористической кампании, теперь сводятся на ней. Хуже того, все попытки лишить палестинских арабов географических и политических средств для создания террористического государства в самом сердце Израиля тоже обращаются вспять. То есть Нетаньяху многие обвиняли в том, что он, мол, не отменил, не денонсировал соглашение ОСР. И действительно, это был подход не Нетаньяху. Нетаньяху поступал не так. Он не говорил «я денонсирую соглашение ОСР». Он просто шаг за шагом, медленно-медленно, каждый раз, когда появлялась возможность, уничтожал от этого как бы строения, от этого структуры еще кусочек, подрубал это ужасное строение ОСР и фактически осушил это болото. Часа миллиметр за миллиметр. Он лишил их финансирования, он закрыл им возможности. И вот теперь все это откатывается семимильными шагами назад, потому что новое правительство как бы не ведет переговоры. Действительно, Беннет не ведет переговоры с Абу Мазеном о создании государства. Это правда. Но все, что он делает, он как бы все, что Нетаньяху построил, все, что Нетаньяху сушил, он снова заполняет эту территорию болотом. Делегация Израиля в Осло на эту самую конференцию стран-доноров возглавляет и министр регионального сотрудничества Исауи Фарадж. Это представитель арабского сектора Израиля, араб из партии Мерец, крайне левой партии, которая, собственно, уже давно написала, что она не сионистская партия, ну, иначе бы этот араб там не был бы в этой партии. И вот он возглавляет делегацию правительства Израиля на этой конференции. При этом Фарадж, он прибыл в Осло за несколько дней до открытия конференции, чтобы присоединиться к главе как бы руководства автономии Мухаммеду Штали. Они его называют главой правительства. Ну, глава правительства все-таки у государства, автономия — это не у государства. Глава как бы кабинета исполнительной власти палестинской автономии Мухаммед Штайе и вот Фарадж, они вместе лоббируют европейцев, арабов и американцев, чтобы те выделили больше денег автономии. И Фарадж и Штайе просят доноров взять на себя многолетние обязательства, которые обеспечат автономии миллиард долларов в год. Миллиард долларов в год. То есть как в старые добрые времена. Но Фарадж не единственный член кабинета министров Израиля, который занимается сбором средств для автономии. Министр обороны Бенни Ганц, с Бенни Ганцем вообще на этой неделе была очень смешная история, может, мы потом об этом поговорим. У него, он себе взял на работу человека, тот оказался шпионом, просто иранским. Сам взял в обход всех структур Шабака, Шабак теперь говорит, а как же так случилось? Ну, неважно. Так вот, министр обороны Бенни Ганц теперь тоже принимает участие в этой акции по сбору денег. Не для Израиля, а для автономии, при том, что эти деньги пойдут в первую очередь на террор, на убийство евреев. На этой неделе издание израильское «Гаарец» сообщило, что Ганц направил своего старшего советника Зоара Пальти в Вашингтон просить администрацию Байдена оказать давление на европейские арабские правительства, чтобы те увеличили свои взносы в автономию и финансирование крупных проектов, направленных на расширение экономики и автономии. Но мы же понимаем с вами, что расширение экономики там на бумаге только, а в реальности эти все деньги растекаются по карманам этих террористов или идут на убийство. И все эти усилия министра Беннета, Фараджа и Ганса, они не просто финансируют поддерживающую террор автономию, они подрывают будущую способность Израиля бороться с международным финансированием палестинских арабских террористов. То есть все, что делал Нетаньяху кропотливо, шаг за шагом, миллиметр за миллиметром, они теперь все это взрывают к чертовой матери, чтобы все, так сказать, все откатывают назад. Тем временем под руководством откровенно антиизраильского демократа, конгрессмена Энди Левина. Да, то, что он еврей, ничего не меняет. Он антиизраильский конгрессмен, и нужно четко понимать. Он хочет уничтожения Израиля. Мы об этом как-то уже говорили. Так вот, этот Энди Левин и группа членов Конгресса в настоящее время продвигает законопроект, призывающий США в обход закона Тейлора Форса вновь открыть представительство ООП в Вашингтоне и возобновить финансирование автономии.
Оба этих действия, открыть представительство ООН в Вашингтоне и возобновить финансирование, они запрещены законом Тейлора Форса, поскольку автономия продолжает уплачивать зарплаты террористам и пенсии семьям погибших террористов, даже не скрывая этого. Но как сможет Израиль, лоббирующий правительство всего мира с целью финансирования автономии, финансирующий террор, возражать против этого законопроекта? То есть сейчас Израиль придет, и что он скажет? Наоборот, Энди Левин скажет, даже если уж сам Израиль просит дать им денег, так что же мы? Мы будем святее Папы Римского, да? Извините за каламбур. Сбор средств для автономии, однако, это не единственный способ, которым правительство Беннета способствует террору палестинских арабов. Недавно правительство одобрило 1000 разрешений для палестинских арабов на строительство в так называемой зоне Си в Иудее и Самарии. И при этом отказалось разрушить 1000 незаконных построек, возведенных палестинскими арабами в этой зоне Си. И это, по сути дела, стратегический подарок террору, потому что именно в зоне Си сосредоточены все еврейские общины Иудеи и Самарии. Все еврейские поселения находятся в так называемой зоне Си. Зоны A и B, они уже и так под контролем автономии, под контролем террористов. Так вот, в зоне Си находятся все поселения. И арабы там строят законно и незаконно. Незаконное не разрушается, а законным дается еще больше как бы разрешений. И целью этого масштабного строительства палестинских арабов в районе Си не является сокращение перенаселенности контролируемых автономии район Эйб. Не то, что там как бы у них прямо такая плотность населения бешеная, что им жить нет. Наоборот, там же на самом деле огромное количество мертвых душ. Там все, кто могли, бежали из этой автономии, потому что жить там невозможно. Не из-за израильской, конечно же, оккупации, которой там нет, а из-за вот этого руководства автономии, которое — это и террор, и диктатура, и казнократство, и коррупция, и рэкет, все, что хотите. И все, кто хоть немного могли как-то себе это позволить, они просто бежали. И вот когда-то Гай Бхор даже приводил письмо, цитировал письмо одного парня арабского, так сказать, вот где-то 90-х годов рождения, который сказал, что, собственно, из его класса осталось трое из 30 человек, все остальные уехали. То есть молодежь оттуда бежит, перенаселенности никакой нет. И поэтому районы эти А и Б, где живут арабы в своих городах, в своих деревнях, они отнюдь не переполнены. Цель строительства арабского в зоне Си очень простая, это политическая цель. И задача превратить все еврейские населенные пункты из относительно безопасных, процветающих деревень, поселков и городов, как это сейчас, в изолированные анклавы, уязвимые для террористических атак, какими прежде никогда не были. Господство палестинских арабов в зоне Си также превратит такие израильские города, например, как Иерусалим или Квар-Саба, пограничные города, во многом аналогичные тем городам и поселкам, которые находятся на границе с сектором Газа и регулярно подвергаются обстрелам и бомбардировкам. Штайе, партнер Фараджа и Ганса по сбору средств для террора палестинских арабов, обычно на Западе видится людям таким вот умеренным технократом, благодаря своему английскому языку, хорошему и университетскому образованию. Но в реальности позиции Штайе столь же фанатично антисемитские и воинственные, как и у любого другого джихадиста. Вот, например, выступая перед делегатами на ежегодной конференции правящей фракции ФАТХ в июле, Штайе заявил, что евреи не имеют никаких связей со страной Израиля или с библейским израильским народом. Современные евреи, по его словам, это просто потомки хазар VI века. Поэтому им нечего делать в стране Израиля, они должны все убираться куда-нибудь там в Хазарию, в смысле на Кавказ, куда-то на Волгу. А на конференции по изменению климата в Глазго недавно, в начале этого месяца, да, Штайе адаптировал старинный антисемитский кровавый навет о евреях, которые отравляют колодцы, к современному контексту. По его словам, жители еврейских поселков в Иудее и Самарии загрязняют природные ресурсы Палестины. На самом деле, те, кто хоть раз был там, в этих краях, они знают, что все ровно наоборот, что арабы специально засоряют источники воды, чтобы как бы было хуже еврея, и превращают некогда цветущие районы в Иудее и Самарии в клоаки, просто дурно пахнущие, например, там к югу от Иерусалима. Там страшные вещи происходят. Евреи пытаются как-то это очищать, а потом приезжает Штайе на конференцию в Глазго и говорит, что вот евреи засоряют Палестину. И, наконец, вот недавно на неофициальном брифинге для израильских арабских журналистов в конце сентября Штайе сказал, что если Израиль не подчинится всем территориальным и политическим ультиматумам и требованиям ООП, то автономия объединит свои силы с арабским меньшинством Израиля и, образовав единое руководство и ведя войну на уничтожение, так сказать, разгромит и уничтожит еврейское государство. То есть, может быть, это, конечно, wishful thinking. Нет у них таких сил, чтобы разгромить и уничтожить нас. Но сам подход — это те люди, которым мы собираем сейчас деньги. Просто вдумайтесь. Израиль передал им 500 миллиардов своих собственных шекелей.
но еще теперь бегает по всему миру и требует, чтобы другие платили. И все это нас подводит, конечно, к боссу Штайр, председателю автономии и главе ООП Махмуду Аббасу. В сентябре Аббас поставил Израилю ультиматум на Генассамблее ООН. Он сказал, что у Израиля есть год, чтобы сдать ему Иудею, Самарию и Иерусалим. Если Израиль этого не сделает, ООП откажется от признания права Израиля на существование. Вот так просто. Другими словами, он сказал Израилю, что если тот не сдастся, то автономия возобновит свою террористическую войну против еврейского государства. Вот так это все выглядит. Теперь надо еще понимать, что отказ правительства Беннета от политики Нетаньяу, он как бы, возможно, идея была в том, чтобы открыть новую эру дружбы между Израилем, демократами и постнационалистическими западными европейцами. То есть, мол, типа, Нетаньяу сдерживал автономию, а я сейчас им все разрешу, я буду такой хороший, меня полюбят демократы и европейские левые, и у меня будет с ними все вас-вас. Могла быть такая позиция Беннета. Но произошло совершенно обратное, потому что вы же знаете, что кого уважают сильно, кого презирают слабо. Байден с радостью готов проигнорировать закон Тейлора Форса и профинансировать автономию. И как бы то, что Израиль помогает этому фактически, его очень устраивает. Но при этом его администрация с каждым днем становится все более враждебной по отношению к Израилю. На прошлой неделе США воздержались при голосовании в Генеральной Ассамблее ООН по резолюции, одобряющей так называемое право на возвращение арабских палестинских беженцев. О чем идет речь? Речь идет о том, что арабы говорят, что, мол, Израиль должен позволить вернуться, в кавычках, вернуться, арабам, которые бежали в 1948 году с территории Израиля, вот в Израиль и в Иудею Самарию. Теперь мы знаем, что, собственно, с тех пор прошло некоторое время, и даже если мы согласимся с тем, что 400 тысяч арабов погибло тогда территорию Израиля, то, в общем, из этих 400 тысяч уже мало кто остался. Это, в лучшем случае, четвертое-пятое поколение. При этом миллион евреев уж убежало, было вынуждено бежать из арабских стран. Ушли голыми боссами. И никто, так сказать, не предлагает им вернуться в эти арабские страны. И совершенно понятно, и это, разумеется, понимает администрация Байдена, что требование палестинских арабов о праве на возвращение или беспрепятственной иммиграции миллионов арабов иностранного происхождения в Израиль и автономии является требованием уничтожения Израиля. То есть, если бы Израиль согласился на такое возвращение, то они бы нагнали сюда столько миллионов, чтобы, так сказать, схлопнуть Израиль совсем. При этом нужно понимать, что беженцами считаются не так, как в любом нормальном месте. То есть, обычно по определению, вот если человек прожил где-то лет там, хотя бы 30 лет на каком-то месте, а потом бежал оттуда, то он считается беженцем. Он прожил 30 лет в каком-то месте, он считается беженцем. В отношении палестинских арабов другой закон. Достаточно было прожить 2 года. 2 года до 48 года. То есть с 46 года по 48 год, если ты 2 года прожил на территории вот того, что стало Израилем, ты уже считаешься беженцем. Почему? Потому что где-то к 46 году британцы нагнетали сюда, как бы собрали сюда огромное количество мусульман со всего мира, со всей, так сказать, своей империи. Тут были суданцы, были пакистанцы, были жители Бангладеша, жители мусульмане из самых разных мест. И их привозили, потому что евреи вкладывали деньги в развитие производства. Нужны были рабочие руки. Англичане не пускали сюда евреев. И здесь, кстати, сюда стекались, как в экономический такой вот развивающийся район, сюда стекались люди, и англичане специально привозили сюда мусульман, потому что хотели сорвать евреям вот этот план создания государства. И поэтому, если мы начнем разбираться, то, собственно, вот как бы коренных арабов их совсем немного. Их, может быть, останется несколько считанных тысяч из тех 400 тысяч, которые отсюда бежали. А остальные — это будут жители, в лучшем случае, Сирии, Ирака и так сказать, Иордании, Египта. А на самом деле еще и более дальних районов. Но если они хотя бы 2 года успели здесь пожить, они уже считаются беженцами, все их потомки получают помощь спонсорскую и так далее, и так далее, и так далее. Таким образом, можно пригнать в Израиль сколько хочешь миллионов. И все это правительство Байдена прекрасно понимает и при этом воздерживается от требования голосования в Генеральной Ассамблее ООН по резолюции, одобряющей вот это самое право на возвращение, так называемое. То есть пока правительство Израиля бегает по миру, собирая деньги для создания террористического государства палестинских арабов, Вашингтон уходит от ответа на вопрос, поддерживает ли он существование Израиля. Короче говоря, если рассматривать заявление Беннета в контексте реальной политики его правительства, становится ясно, что его заявление было откровенной фальшивкой, потому что не нужно вести переговоры о создании террористического государства в самом сердце Израиля. Вы можете просто собрать деньги на его создание, дать его лидерам контроль над территорией, которая понадобится им для нападений на Израиль,
и убедить международное сообщество в том, что Израиль хочет, чтобы те финансировали террор палестинских арабов. Все тогда сложится само собой. Это именно то, что делает Беннет, понимаете? Это именно то, что он делает. Он не ведет переговоров, но он им дает деньги, он собирает для них деньги, он обеспечивает им легитимность и создает плацдармы, с которых они смогут атаковать Израиль. Правительству Нетаньяху потребовалось 10 лет, чтобы исправить ущерб, нанесенный Израилю в результате катастрофического процесса Осло. А теперь мы находимся в ситуации, в которой понимаем, что нам потребуется еще очень много лет в будущем, чтобы исправить тот ущерб, который правительство Беннета наносит стране сегодня. Вот такие вот неприятные вещи. Но давайте сделаем перерыв и потом продолжим наш разговор. Да, буквально через несколько минут вернемся и продолжим. Если будут вопросы, уважаемые дамы и господа, телефон в студии 847-400-5200, но уже после рекламы. Открытый диалог. 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 С Александром Непомнящим. Возвращаемся в программу «Открытый диалог». Телефон в студии по-прежнему 847-400-5200. И давайте попробуем принять первый звонок. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Уважаемый Александр, скажите, пожалуйста, вот те израильтяне, которые голосовали за вот эту, это сборище, так называемое, правительство, они понимают, что происходит? Или они остаются в таком счастливом неведении, как бы все хорошо, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо? И если они понимают, можно ли что-то, ну как-то какие-то они выступления делают, какие-то демонстрации, какие-то протесты, или вообще ничего не происходит? Спасибо большое. Ну, во-первых, мы говорим, конечно, о тех избирателях, которые голосовали за две правые партии, партию Сары и партию Беннета, переметнувшиеся в левый лагерь, как бы предавшие своих избирателей. Вместе эти партии получили 13 мандатов, то есть 10% КНЕСС, голосов избирателей. И сейчас они, в общем, обе как бы не проходят электоральный барьер. То есть, безусловно, огромное количество людей, которые за них проголосовали, сейчас в бешенстве и разъярены, и голосовать за них не собираются. Вместе с тем, в сети есть огромное количество людей, которые по-прежнему поддерживают эти партии. И говорят, мол, все в порядке, все хорошо, Беннет и Сар знают, что делают, все будет хорошо. Главное, что не Нетаньяху, главное, что мы прогнали ультраортодоксов. И насколько эти люди действительно отдают отчет в том, что происходит, трудно сказать. Но вот мы пытаемся объяснять им такие статьи, выступления, о которых я вот вам читаю, перевожу и пишу, Каролина Глик, многие другие авторы пытаются достучаться до этих людей. Действительно, речь идет о том, что многие поселенцы, многие жители Иудеи и Самарии, то есть люди, которых это непосредственно коснется в самом ближайшем будущем, как бы не понимают того, что происходит, и все еще считают, что Беннет — это хорошо, это наш премьер в кипе и так далее. Когда наступит это прозрение, трудно сказать. И я боюсь, что, в общем-то, когда эти люди осознают, что они сделали ошибку, будет уже очень поздно. И это большое мое опасение, это правда. Ну и теперь, наверное, давайте перейдем к следующей теме. Арест и освобождение израильской пары в Стамбуле. Да, Сергей, да, было и такое на этой неделе. В прошлый четверг два израильских туриста в Стамбуле, пара Наталья и Морди Вакнин, стали заложниками турецкого режима. Они были арестованы на туристическом объекте за преступление, которое состояло в том, что они сфотографировали вид, на котором виден дворец президента Турции Реджепа Эрдогана. Нелепость этого обвинения, она просто ошеломляет, потому что тысячи туристов ежедневно фотографируют дворец Эрдогана. И у Гугла есть гораздо лучшие фотографии дворца Эрдогана, чем те, которые были сняты издалека израильской пары, обвиненной как бы в шпионаже. Или, не знаю, в диверсии, в попытке, я не знаю, подорвать этот дворец. И, конечно же, на нарушение международного права Турция даже не сообщила Израилю об аресте Вакниных. И представители турецкой полиции первоначально заявляли, что пара будет депортирована, а потом и стали говорить о том, что их обвинят в шпионаже и ставили под стражу. Собственно, в итоге усилия дипломатические, политические привели к тому, что эта пара вернулась в Израиль. Но какую цену за это заплатил Израиль, пока что остается неясным. Дело в том, что как бы правительство заявляет, что никакой политической цены не было. Что вот просто так Эрдоган ни с того ни с сего арестовал двух израильтян, а потом просто так их отпустил. При этом как бы случайно совершенно в Хайфе построен новый порт.
И в конкурсе на управление новым портом фаворитом была компания из Объединенных Арабских Эмиратов, которая, в общем, по всем параметрам подходила великолепно. И тут она выпала как-то из этого конкурса, и теперь туда вошла фаворитом турецкая компания, которую в прошлом забраковали по соображениям безопасности. То есть, может быть, это, конечно, не связанные вещи, но, тем не менее, все это очень напрягает. И как бы все это стоит увидеть в общем контексте. На протяжении десятилетий Турция была ближайшим союзником Израиля в регионе, еще с 50-х годов, со времен Бен-Гуриона. И было очень интимное сотрудничество, разведданными, обмен информацией. Все начало меняться, когда Эрдоган пришел к власти в декабре 2002 года. Поскольку Эрдоган, он такой не османский, исламский империалист, фактически он возглавляет партию, которая является филиалом турецким братьев-мусульман. И он злобный антисемит. И он сумел за годы своего правления полностью разорвать союз Турции с Израилем. И напротив, как бы лояльность Турции стала теперь врагам Израиля. В первую очередь Хамас, который тоже является филиалом мусульман, как и правящая ныне, как находящая в израильскую коалицию партия РАМ. И как бы не уходя далеко в историю того, что происходило, как бы можно сказать, что сегодня оперативный штаб Хамаса находится именно в Стамбуле, в Турции. То есть там и собирают деньги для Хамаса, и, по сути дела, оттуда планируются теракты. И это мы говорим о государстве-члене НАТО, да, на секундочку. Кроме того, идет со стороны Турции постоянная подрывная работа в Иерусалиме, особенно на Храмовой горе. И тратятся десятки миллионов долларов турецкими структурами разными на проекты в Иерусалиме в целом, на Храмовой горе в частности, чтобы как бы оттереть евреев от этого места и вообще захватить позиции и лояльность арабского населения Иерусалима и превратить Турцию в доминирующую державу на Храмовой горе и в Иерусалиме. И поэтому как бы возникает опасение, что требования Эрдогана, которые, безусловно, были озвучены, мы не знаем просто, насколько их удовлетворили, они касались каких-то отношений к Хамасу со стороны Израиля, каких-то уступок к Хамасу и уступок Турции в Иерусалиме. Вот. И, в принципе, практика захватывать заложников для всех диктаторских режимов, мы помним, прекрасно знаем, это очень популярно. И, собственно, Эрдоган уже не раз этим пользовался. Самая известная история, когда он... Там, собственно, куча немецких граждан сидит у него в заложниках. Он требует от Германии всяких послаблений. Но вот было дело, когда он захватил пастора... американского. Это было Брансон. Это было при Трампе. И сначала все-таки Трамп как бы осторожно очень, потому что Турция, член НАТО, и стратегическая важность, там от база, Инжирик, находится стратегический бомбардировщик американский. И Трамп, он же, в общем-то, человек дела, он говорит, ну давайте договариваться. Ну, взяли нашего человека, пастора, там обвинили тоже в преступлениях, он шпионом был, пастор. Боже, одуванчик. Ну ладно, как мы его достанем? Трамп там начал, то есть не Трампа, а Эрдоган начал что-то там грузить Трампа. Потом сказал, вот израильтяне арестовали нашего человека, шпиона турецкого в Иерусалиме, который собирал деньги, распределял деньги для Хамаса. Вот пусть Израиль его отпустит, и тогда мы отпустим вашего братца. Трамп сказал, ну отпустите уже, вы же его уже все равно поймали, он уже сделать ничего не может. Ну, так он будет у вас сидеть, пусть он валит в Турцию. Израиль сказал, ладно, для тебя, Трамп, все, что хочешь. Отпустили этого турка. И тогда Эрдоган говорит, о, они меня слушаются. И потребовал у Трампа, чтобы тот еще и экстрадировал Фетхулло Гюлена. Гюлен — это турецкий религиозный деятель, который живет в Пенсильвании, скрывается от Эрдогана, который фактически является оппонентом Эрдогана и давним его врагом. И Эрдоган думал, под шумок его вытащить из Америки. Но Трамп — это же Трамп. Сказал, ах, ты хочешь у меня еще Гюлена? И тогда он объявил, мы об этом тогда говорили 2-3 года назад, что вводятся тарифы на турецкий экспорт в США. И Эрдоган понял, что с Трампом лучше не иметь дел, и через 2 месяца Брансон был отпущен. И вот теперь ситуация с Израилем. Как бы отпустили эту пару, они вернулись, слава богу, в Израиль. Что Израиль им пообещал, трудно сказать. И, к сожалению, как бы у нас нет никакой информации. Может быть, в будущем мы увидим послабление в отношении Турции. Может быть, вот как раз эта самая история с портом Хайским, что, конечно, очень плохо, потому что не случайно турецкая компания выпала из этого конкурса по соображениям безопасности. Это наши враги прямые, и они будут управлять важнейшим израильским портом. Как будет распутывать это правительство? Будет ли оно распутывать эти проблемы? В общем, мы увидим в будущем. При том, что у Израиля на самом деле есть несколько инструментов давления на Турцию, которыми просто это правительство воспользоваться не решилось. Но это просто еще говорит о том,
насколько слабым, рыхлым, беспомощным является нынешнее правительство. Увы. Сергей. Да, вот давайте-ка попробуем принять звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день. Спасибо за ваш анализ. Вот я хотел вас спросить несколько вопросов, если можно. Мой первый вопрос. Вот вы закончили бюджетом, и согласно вашего бюджета выделяется какая-то сумма израильского бюджета. Выделяется какая-то сумма, допустим, автономным вашим республикам. И как это ведется, например, их спрашивают о зачетности, как они потратили деньги, или никто не спрашивает, просто выделили, отдали, и все. Это первый вопрос. Второй вопрос у меня к вам. Как вы считаете, например, вот Израиль не входит ни в какие организации НАТО и так далее, вот, допустим, если бы Израиль вошел в эти организации, они бы имели какую-то, допустим, помощь от этих организаций НАТО в борьбе с палестинскими террористами, там бы были какие-то подразделения находились бы в Израиле, которые бы следили, что происходит, и все в этом отношении. И третий вопрос к вам. Вы бы не могли немножко рассказать больше о себе? Кто вы, что вы, чем вы занимаетесь в Израиле, чем вы занимались в России? И, в принципе, немножко больше о себе лично. Спасибо. Спасибо. У нас есть, Сергей, сколько? Минут 4, да? Ну, у нас есть минут, на... да, 5, наверное, даже. Окей. Ну, я постараюсь уложиться, как смогу. По поводу денег. Во-первых, израильский государственный бюджет не включает в себя финансирование автономии. То есть автономия получает от Израиля деньги. Она сейчас получила полмиллиарда долларов, но полмиллиарда шекелей, прошу прощения, но это не, как бы, не деньги бюджета, это по другим статьям проходит. Вы, видимо, имели в виду 30 миллиардов шекелей, которые выделяются на арабский сектор. Вот здесь есть проблема, потому что, в принципе, да, Израиль, как бы, говорит, арабский сектор, он как-то более отсталый, чем еврейский. Мы должны туда много вкладывать денег. При этом все понимают, что деньги там просто разворовываются. Поэтому в арабских деревнях грязно и плохая инфраструктура. Не потому, что им не давали денег, а потому, что они разворовываются. Но Израиль говорит, ну ладно, мы дадим больше, будем как-то следить за этим. Налоги они все равно все не платят там. Но раньше, конечно же, в бюджете существуют статьи. Вот это столько денег на больницу в Сахнине, столько денег на инфраструктуру в где-нибудь в Назарете и так далее. Другое дело, что в этом правительстве все эти деньги оказались под контролем партии РАМ. То есть теперь братья-мусульмане будут решать, кому давать, кому не давать. И если в прошлые годы публиковался план подробный, мог каждый почитать, если интересно, сколько денег на что спланировано, то сейчас этот план не опубликован. То есть, по сути дела, РАМ получил 30 миллиардов на то, чтобы раздавать тем, кому он хочет, и не давать тем, кому он не хочет. И мы как раз говорили в прошлый раз, мы об этом говорили, о том, что это приведет к тому, что те израильские арабы, которые были настроены на интеграцию, они будут теперь уходить от этого, потому что они понимают, что они денег не получат. Деньги распределяют те, кто хотят, чтобы они были хамасниками. Это большая проблема этого правительства, колоссальная проблема, на самом деле. И результаты мы уже видели по заявлениям там, вот, Рафика Хараби, главы Друзской деревни. Теперь по поводу второго вопроса. Израиль, может быть, и вошел бы в НАТО, но категорически против сотрудничества с Израилем в НАТО возражает Турция. То есть Турция Эрдогана буквально ультиматум. Никаких совместных учений, никаких совместных мероприятий, ничего общего с Израилем. И как член НАТО Турция, так сказать, свое вето заявляет, и ничего сделать с этим нельзя. Теперь я не считаю, что было бы успешно и полезно, если бы представители НАТО или каких-то других альянсов западных находились бы в Израиле как бы для нашей защиты. Потому что опыт прекрасно показывает, что если евреи доверяют свою безопасность европейцам, то из этого получается катастрофа европейского еврейства. Вот, все народы Европы, в этом смысле нельзя обвинять только немцев, все народы Европы очень любят убивать евреев. А вот защищать — это дело такое. Поэтому защищать мы должны себя сами. И, безусловно, Израиль бы выиграл от разных союзов тех или иных. Но сегодняшняя политическая коннотация такова, что нам ничего такого не светит. У нас действительно была возможность при Нетаньяху и Трампе создать что-то вроде ближневосточного НАТО с Эмиратами, Саудовской Аравией и с их союзниками. Сегодня, когда у нас в правительстве братья-мусульмане, а в Америке администрация Байдена, я думаю, что это тоже на повестке дня не стоит. Есть сотрудничество, но не в широком формате. И теперь, что касается вопроса обо мне. Чем я занимался в Советском Союзе? В Советском Союзе я ходил в школу. Чем я занимаюсь в Израиле? Я закончил Технион и работаю в сфере высоких технологий.
И параллельно работе в сфере высоких технологий я вот занимаюсь публицистической деятельностью и стараюсь объяснять сионистскую позицию на русском языке, позицию правого консервативного сионистского лагеря Израиля. И вот благодаря замечательному народной волне у меня есть эта возможность каждую неделю доносить до вас то, что мы в правом израильском национальном лагере консервативном и сионистском думаем по поводу происходящего. Вот как-то так, Сергей. Но еще довольно активную политическую позицию свою выражаете не только, так сказать, в эфире, но и, я знаю, вы в Ликуде были, представляли Ликуд. Есть... Да, я состою в партии Ликуд. Более того, даже вхожу в так называемый центр партии Ликуд. Это звучит по-русски особенно красиво. Я в ЦК партии. Вот. Но Центральный комитет партии Ликуд — это не совсем то, что мы все представляем, когда мы вспомним Центральный комитет Коммунистической партии Советского Союза. ЦК Ликуда — это фактически просто активная партийная группа, составляющая примерно 3000 человек. Всего в Ликуде около 300 тысяч. И 3000 — это как бы активная группа, которая, вот, кстати, по сути дела, направляет партию, принимает решения, резолюции, определяет, кстати, позицию, которые затем озвучивают депутаты в Кнессете и представители. То есть все-таки это как бы не то, что я там в каком-то руководстве. Да. Александр, да, у нас есть еще минута времени. Давай. Может, попробуем еще звонок принять. Добрый день. Добрый день, господа. Я быстро, потому что мало времени осталось. Скажите мне, пожалуйста, то, что я вам благодарю, что вы начали передачу с наших прекрасных, я считаю, новостей. То, что произошло в Висконсине. И скажите, у вас никто из вашей прессы не собирается написать то, что вы сделали, ваше государство, по отношению к солдату, который убил террориста, и его посадили, и он сидел, и особенно большую благодарность, в скобках, Либерману, который тогда был министром обороны, который обещал и, как всегда, соврал, и парень просидел, не знаю, сколько, 10 месяцев или больше в тюрьме. Почему? Чтобы привели пример. Все-таки как демократия настоящая должна работать. Спасибо и всего самого лучшего. Спасибо. Но это даже не вопрос, скорее реплика. Вы правы абсолютно. Либерман лживый человек. По сути дела, его партия больше напоминает мафию и ведет он себя как мафиози. Сейчас он дорвался до главного бюджета страны. Это, конечно, очень печально для Израиля. Но ждать от него каких-то полезных действий, каких-то человеческих действий, ответственности за свои слова невозможно. И, так сказать, я думаю, что, как вот в известной шутке в анекдоте про Шимона Переса, Либерман никогда не выполняет своих обещаний, чтобы не создавать прецедента. И да, безусловно, Элиор Азария за убийство террориста отсидел в тюрьме. Но, в общем, все это закончилось благополучно. Сейчас у него пекарня в Иерусалиме, очень популярная, потому что огромное количество людей в стране считают его, на самом деле, считают, что он был прав, что он сделал все абсолютно правильно, хотя формально действительно он не сделал правильно. Это не был бой, в котором он уничтожил террориста. Террорист был уже как бы нейтрализован. Элиор Азария утверждал, что он боялся, что террорист мог взорваться. Действительно, такие опасения могли быть. То есть он был безусловно прав, но формально как бы он нарушил приказ, он выстрелил в уже нейтрализованного террориста, он отсидел за это, теперь он пользуется популярностью в обществе, хотя, да, Израиль и правоохранительные органы, и политики его осудили. Ну, стыд и позор нашему клубу и нашим политикам за это. Александр, огромное спасибо и до встречи в следующий раз. До встречи.